Наука, инновации, шаг в будущее. Под таким названием в Люберецком лицее номер 42 прошла научно-практическая конференция. В мероприятии приняли участие 105 школьников. Они представили 74 научных проекта. Уже 11-й год эта научно-практическая конференция собирает люберецких школьников и педагогов. Все они такие разные, но объединены любовью к знаниям. На торжественном открытии рассказывают о первых изобретениях человечества, показывают колесо, исполняют танец огня и поют мировой гимн студенчества. Девять секций по разным предметам, от информатики до технологии и литературы. Там были представлены самые лучшие работы школьников со всего Люберецкого округа. Ребята показали серьезный уровень. Некоторым научным трудам могут позавидовать даже студенты вузов. Вот, например, семиклассник Артем Пичугин сам сделал счетчик Гейгера – прибор для подсчета ионизирующих частиц. Энергия, которая затрачивается на ионизацию атомов газа, хотя бы частично может вернуться в атмосферу. И там ее может хватить на повторную ионизацию атомов газа, но уже атмосферных. Что-то вроде энергетического эха. Но это всего лишь гипотеза. А еще Артема, как самого настоящего ученого, который мечтает изменить мир к лучшему, интересует тема экологии, но не на планете Земля. Мальчик смотрит шире и поднимает проблему космического мусора. Но любые объекты, мы же запускаем спутники в космос, но мы же их не возвращаем обратно. Они, если вышли из строя, не накапливаются там. И уже как бы вокруг Земли образован такой, можно сказать, пояс из этих обломков. Вот эта проблема меня заинтересовала. А этих юных особ интересует мода. Но дни напролет ходят они не по магазинам, а в школу. Уроки математики – самое лучшее место, чтобы обсудить последние тенденции в одежде, считают подруги. Они обнаружили, что только следуя законам геометрии, можно создать идеальную форму платья. Геометрические фигуры тела, как 7 нот музыки, создают неповторимые произведения одежды. Чтобы выступить перед конкурсным жюри, 105 школьников вместе со своими научными руководителями готовились в течение целого года. Процесс исследований курировал Центр развития образования. Наши победители и призеры будут награждены на районном празднике «Звездочки». Им будут вручены всем дипломы победителей и призеров. А на сегодняшнем мероприятии все участники получат сертификаты участия в данной конференции. Кроме того, лучшие работы по всем секциям будут опубликованы в научном сборнике, который издает Центр развития образования. Яна Яковлева, Роман Саад и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.